колесо 80 метров высотой, Джефф. Можешь представить? Ну, я пытаюсь. С него, наверное, вид на сотни километров. Мы должны на нем прокатиться. Если тебя это порадует. А меня радуешь ты. Выходит, ты от меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устану. Ловлю на слове, дорогая. Кажется, пришли. Да тут чудесно! Как в рекламе! Офигенно! Ну, пойдем? Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку. Еще раз? Да, я не так представлял первоклассное обслуживание. Давай не будем ждать до завтра. Оставим вещи и пойдем. Никуда мы не пойдем, пока не зарегистрируемся. Раз не спешат, значит, хотят, чтобы все было идеально. Вот моя Мари. Во всем видит что-то хорошее. Я приношу извинения за то, что напугал и заставил ждать. Надо было кое-что уладить. Обещаю, что отныне вас ждет только хорошее. Я рад, что вы выбрали наш отель. Вот, распишитесь. Впервые в Чикаго. Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. Вы правы, да, но это не все. Сегодняшний день для нас особенный. А, молодожены, это же просто замечательно. Я полагаю, что миссис Уитман захочет расписаться. Да, сегодня начался наш медовый месяц. Мои поздравления. В таком случае нужна комната получше. Номер для новобрачных. Ой, он намного дороже. Хм. Не тревожьтесь. Доплачивать ничего не нужно. Это подарок отеля. Вы у нас первые молодожены. О, как это мило. Спасибо, мистер... Холмс. Генри Говард Холмс. У вас прекрасный отель, мистер Холмс. О, благодарю. Я сам его спроектировал. Так вы архитектор? Архитектор, конструктор, строитель, врач, художник. У меня много разных интересов. Впечатляет. Можете осмотреться. Мы продаем разные мелочи и сувениры. Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. Спасибо, мистер Холмс. Вы очень добры. Все для наших гостей.
Так, что из вещей я забыла? Ой, простите, мисс. Осторожно. Знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин. Ха, какой славный парень. И как дела в браке? Спасибо, не жалуюсь. Пойдем наверх. Наверняка все готово. Ты что-нибудь присмотрел симпатичное на прилавке? В твоем вкусе? Все тебе скажи. Интересно, что там? Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения, тайная комната. Мы что, ищем приключений? Возможно. Здесь просто идет ремонт. Вот тебе и приключения. На колесе мы все равно прокатимся. Я знаю и смирился. Стой. Что это? Тихо. Простите. Заблудились? Мы свернули не туда. Комнату ремонтируют. Здесь опасно. Конечно. Мы... Вы, видно, пропустили знак на двери. Видимо. Нам очень жаль. Мы же не хотим, чтобы вы провалились сквозь пол и разбили голову, правда? Нет. Слушайте, нам очень жаль. Ничего. Я только волнуюсь за вас. Лишь бы вы были целы. Прошу, располагайтесь. Этот номер для вас. Большое спасибо, мистер Холмс. Устраивайтесь пока. Если позволите, меня ждет работа. Мы с вами еще непременно увидимся. Боже, это номер достойный короля. Или королевы. Хитрец. Вот тебе. Жены так себя не ведут. Эй! Ха! В яблочко! Это война. Победа! Нечестно! Как насчет перемирия? По-моему, ты задумал какую-то хитрость. Вовсе нет. У меня есть подарок. Закрой глаза и встань к зеркалу. Это так мило и романтично. Если влепишь подушкой, получишь по физиономии. Все.
Все нормально? Да. Так, открой глаза. О, Джефф, красотища, спасибо. Вот. Ну, победа за мной. Иди теперь прими ванну. Заклинило. Может, толкнуть посильней? Сезам, откройся! Спасибо. Ты побрейся, а я быстренько приму ванну. И потом устроим рандеву. Я знаю это слово. Что-то неприличное на французском. Кыш, брейся. По-моему, я забыл взять бритву и набор. Их наверняка продают внизу. Не задерживайся там. Не волнуйся. Спокойно. Готов поклясться, мы шли здесь. Боже мой. Мари! Это ты, милый? Джефф? А, ты решил поиграть в другую игру? Ты так быстро? Знаешь, эта ванна такая большая. Мы могли бы поместиться в ней вдвоем.
О! Как здорово. Ой! Не надо так сильно. Аккуратней. Джефф, мне больно. Ну, здравствуй. Не шуми. Мы не хотим потревожить других гостей. Отпусти меня! Пусти! Я надеялся, ты еще немного поборешься. Спокойно. Тише. Вот так. Что ты сделал? Если ты хоть тронул Мари... Боюсь, вы опоздали с угрозами, сэр. Все в порядке, сэр. Порядок во всем, и все в порядке. Да, ты погляди. О, какая красота! Для тебя все лучшее. Мама умрет на месте, такая... Послушайте, роскошь. Мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте. Приветствую гостей нашего отеля. Thank you.
это вы. Долго пришлось ждать? С возвращением. Приятно видеть знакомое лицо. В прошлый раз все погибли. Вы хоть пытались их спасти? Я рад вашей компании. Слишком долго я был один. Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй. И какой прок от историй, если некому их пережить? Это история о творческих личностях. И о том, на что они способны пойти ради искусства. Оно способно вызвать разные чувства. Восторг, вдохновение, страсть. Да. А еще сомнение, страх, ужас. Ваши чувства и ваши поступки повлияют на историю. Время от времени вам будут попадаться схемы. Они показывают возможные итоги ваших решений. Порой самые незначительные действия приводят к весьма мрачному исходу. Вам выбирать последствия. Вам отвечать. Я не вмешиваюсь. Это нарушает правила. Я могу лишь наблюдать и фиксировать все ключевые события. О, полюбуйтесь-ка. Такая древность. Она называется обол. Их клали в рот недавно усопшим. В качестве платы. Собирайте их. Порой они лежат в странных местах. Я с радостью выменяю ваши находки. Поверьте, вы не пожалеете. Что ж, приступим. Игра началась. Я буду наблюдать. Меня зовут Кейт Уайлдер. Я магистр криминальной психологии. Я веду журналистские расследования и борюсь за правду. Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго. Даже когда ты просто говоришь, как есть, люди считают тебя стервой. Но это не так. Да, я не идеальна, как и все, но... Я стараюсь и... Так, я Марк, я изучал фотографии в университете. Мне очень понравилось, и теперь я хочу заняться ей всерьез. Ну, да, это типа профессия. Я много лет занимаюсь светом. Вижу проблему, освещаю. Болтать особо не с кем, и главное, что тут скажешь? Надоело быть одной. Простите, надо начать с профессии или с личной информации? Просто, ну, у кого потом будет доступ? Не люблю говорить о себе. Так, я Чарли Лоннет, родился в Англии, но тут уже лет 20. Прошлый проект шел по плану, мы хотели... Задумка была, по-моему, просто отличная, но... В итоге вышло не так, как я... Надеялся. Получилось говно, если честно. Мы услышали достаточно. Разве? Я ведь едва начал, ваша честь. Вы не понимаете. С рождения во мне живет дьявол. Я мог противиться желанию убить, не более чем поэт может сопротивляться вдохновению. Выройте яму поглубже. И лучше доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надежнее, чем кого-либо другого, а потом добавьте еще бетона сверху. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. 7 мая 1896. Герман Маджет, он же Генри Г. Холмс, был повешен.
Во время казни шея сломалась не сразу. Согласно записям, он медленно задыхался более 15 минут, пока, наконец, не испустил дух. Первый серийный убийца Америки признал 27 смертей. Но по мере того, как следователи изучали улики, обнаруженные ими в разных городах, число возможных жертв росло. Почти 200 человек. Первый серийный убийца Америки и, пожалуй, самый жуткий. Его гроб залили бетоном, как он и хотел. Надеялся ли он скрыться от Божьего суда? Или правда хотел помешать дьяволу выбраться наружу и снова убивать? Ну? Как вам? Если честно, Чарли, это какое-то... Погоди. Лонет Энтертеймент. Это Чарльз Лонет? Слушаю. Можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет. Чем могу помочь, мистер Дюмет? Вообще-то это я могу помочь вам. Послушайте. Я признателен, мистер Дюмет. Это звучит прекрасно, но... Я не хочу грубить, но в чем подвох? Его нет. Деньги для меня не главное. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня. Я пришлю машину после обеда, в 4. Ждите. После обеда? На съемке нужно дня 2. Дергать команду на выходных – гиблое дело. Они ребята с характером. А без них у нас с вами ничего не получится. Мы... Я вам все объяснил. Не тратьте мое время. Так присылать машину или нет? Да, конечно. Мы за. Я приведу их. Обещаю. Все будет. Вы от мистера Дюмета? Мы... Ага. Грузимся, народ. Да, я. Не надо. Прости. Ага. Ладно. Это просто лампа, которая тебя украшает. Можем не брать. Хочешь? Ладно. Все будет отлично, но правда. Авантюра. Веселье. Ну чего? Погнали! Ура! Юху! Вау! Будет супер. А, кстати, куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете, что напоминает? Не начинай. Топику. Именно. Я без гроша в кармане, телефон сдох, и мы застряли в сраной Топике. Я ни при чем. Да только ты и при чем. Правда, потому что головой думать надо. Так, ладно, Чарли, что мы знаем об этом парне? Богатый, затворник, одержим Гэга Холмсом. Явно в здравом уме. Мы едем в дом, который... Он унаследовал от родственника. Вот тот был одержим Холмсом. Часть комнат полностью копирует замок убийств. У Дюмета есть чертежи, документы, артефакты. Я же сказал, это спасет Шоу. И я не преувеличиваю. И это точно не вранье? Просто поверь мне. Простите за секретность, но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить здесь свои телефоны. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, способной раскрыть сведения о моих личных делах или привычках. Это мои условия. Все видеоматериалы сначала должны быть одобрены мной. Я требую конфиденциальности. Я настаиваю. Что ж, он тут хозяин.
Для нас это большая удача. Он мог просить денег, но не стал. Так что мобильники — это фигня. Ладно. Ради шоу. Обещаю, вы не пожалеете. Прям как в Топике. Если этот чувак такой богатый, где прислуга? Он нам поможет? Ага, ясно. Не проблема. Спасибо, друг. Не напрягайся. Козёл. Ладненько. Что теперь? Хорошо бы начать снимать озеро и общий план. Ага, только не в таком тумане. Вон, сверху вид будет лучше. Там, правда, повыше. Но вид отличный, сможем поверх тумана снять. Чарли, ты же сам еще на полпути выдохнешься. Да я в отличной форме. Марк, это полный бред. Да ладно. Идем, Чарли. Осторожно там. Ну, удачи. Идем. Народ, вы где? Идем. Кошмар, как громко. Его издалека должно быть слышно. Да, в теории я это знаю. О, план не сработал. Ничего, найдем обход. За мной. Жизнь за хороший кадр? Не вижу ничего опасного. А знак, что можно упасть в океан? По-моему, довольно опасно. Да ну брось, им просто положено что-то такое писать. Ерунда это. А я не согласен. Слушай, Марк, я хотел сказать... Спасибо за поддержку. Какую? Что, за эти съемки? Да за все сразу. А то кое с кем бывает трудно. Иногда. Джейми и Кейт ни за что бы не согласились без тебя поехать. Я подумал, последний эпизод был говно, так что надо работать. Ясно. Ну да. Типа того. Ладно, если честно, мне просто хотелось побыть здесь, вдалеке от остального мира, чтобы слегка сбавить темп, привести мысли в порядок. Сбавить темп? Зачем это надо? Да просто расслабиться. Мне этого не понять. Сильный был шторм.
Кстати, когда закончим, я съезжу на пару недель к родным. А как же монтаж? Мне нужно твое внимание к деталям. У меня сейчас и так куча проблем, Чарли. А, да, ладно, поезжай. Возьми пару недель. Разгрузи голову. Спасибо. С монтажом я справлюсь. Сделай, как я. Возьми отпуск. Тебе есть кого навестить? Ну, так. Никакой миссис Лонет не завалялась случайно нигде? Женат на работе. Женат на работе? И как идут дела в браке? Если сравнить с реальным браком, весьма неплохо. Женат на работе. Боже, что это? Манекен. Стоит, типа, отдыхает. Наверное, часть старой экспозиции. Да, скорее всего. Идешь? Да. Просто смотрю на свет в тумане. И как это впишется в шоу? Да я так. Пошли. Типичный фотограф. Это просто так не выключить. Есть много пересечений между творчеством и работой за деньги. Ты уверен? С Кейт вы как-то не очень удачно пересеклись. Мы решили сейчас не трогать эту тему. Главное, чтобы работать не мешал. Древняя штука. Что это? Какая-то монета. Смотрите, монета. Эй, извини, если кажется, что я придираюсь. Без тебя этого шоу бы не было. Это не так. Я, может, за рулем. В смысле? За рулем Лонет Интертеймент. Но за двигатель отвечаешь ты. Это не так устроено. Господи, вот и хвали вас после этого. Спасибо, Чарли. Я понял.
Подумаешь, вошли через окно. Как тебя не посадили? Боже, что это? Какая встреча? Хорошо бы тут просто не сменить. И шторы повесить. И залить все санитайзером. Чарли, что-то мне это все не нравится. Просто у кого-то такое хобби. Не дрейф. Ну и хобби. Это что за хренати? А! Дернулась! Что? Та штука. Двигалась. Все будет хорошо, все будет хорошо. Посмотри. Идеально. Точно. Снимай. Сделай панораму озера, пока остров не окажется в кадре. Потом укрупнение на маяк. О, это за нами. Идем. Пора назад. Это он? Не знаю.
Я его раньше не видел. А откуда он вообще узнал про наше шоу? Я как-то не спросил. Стрёмно. Так, ведем себя хорошо. Здравствуйте, мистер Лонит? Он самый. Я Грантем Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. Это Марк. Марк. Эрин, Джейми. Дамы. А это у нас Кейт. Рада знакомству, мистер Дюмет. Не терпится увидеть все, что вы для нас приготовили. Мы вам очень благодарны. Приятно познакомиться. Ну что же, отправляемся? Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Не стоит. Вы, кажется, говорили, что ваш двоюродный дед... Давайте сперва доберемся. Я все расскажу на месте. Да, конечно. Давайте пойдем к отелю. Держитесь рядом. Не расходитесь. Очень прошу. Здесь что, опасно? Нет. Ну что вы? Точно? Вы как-то не уверены. Вам ничего не грозит. Просто если что-то случится, до больницы добираться долго, так что осторожней. Здесь даже муха без спроса не пролетит. Боже. Сюда. О сумках не волнуйтесь, их принесут. Я не готовилась к вылазке на природу, мистер Дюмет. Нам недалеко идти, не волнуйтесь. Ты прав. Он явно всерьез подошел к защите. Кого он так боится впустить? Лучше спроси, кого он не хочет выпускать. Джейми. Это я так. Ужастиков насмотрелась. Он просто любит быть один. Мы давно это знали. Давно? Это типа часа два. Просто иди. Марк, возьми камеру. Хочу тут записать вступление. Несколько кадров на подходе к дому. Весь путь не надо. Кейт пусть говорит на камеру, дальше я буду показывать. Меня не снимать. Я не должен попасть в кадр. Вам понятно? Я очень закрытый человек. Конечно, мистер Дюме. Тактичность кредо Лонит Интертеймент. Вступление делаем стандартное, Чарли? Ну да. Свет норм. Все готово. Эрин? Звук в норме. Ладно, тогда поехали. А лицо Кейт готово? Слышь, я всегда шикарна. О, ты что, пытаешься мне понравиться? Камера пошла. Звук. И... мотор. Я нахожусь на частном острове, где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи Генри Холмса. Сейчас я иду к дому. Супер, Кейт. Теперь повернись к дому. И медленно иди. Так, все, хватит. И снято. Нам правда пора идти. Как скажете, мистер Дюмет. Сюда. А ты пока еще поснимай. Конечно. Мистер Дюмет нас сильно ограничивает. Это точно. Осмотри тут пока все. Но тихонько. Он имеет право на секреты. Он странный. Я хочу узнать, что он скрывает. Чего ты от меня хочешь? Того, что ты сделала с копами в Глендейле. Серьезно? Ах ты ж черт! Что с тобой? Ты чего? Споткнулась о свое эго? Нужно отвезти ее в отель. Не могу пошевелить.
Джейми, побудь с ней. А чё я? Ты можешь помочь. Помнишь, как в тот раз? В Глендейле. А, точно. Окей. Мы сейчас принесем вам лед и бинты. В отеле же они есть? Да, есть. Тогда идем. Что происходит? Идем. Я потом объясню. Вспомнила актерские курсы? Да, да. Зачем это все? Территорию разведать. Ну а мы тут при чем? Я милая, а ты сумеешь хакнуть замки. Идем. Эй, у меня есть вопрос. Можешь серьезно ответить? Ну там, не подкалывать меня и не выставлять полной идиоткой. От тебя зависит. Ладно. Скажи правду. Шоу еще можно спасти? Как знать. Может, тут рай для журналистов, и мы найдем потрясный материал. По-твоему, есть шанс? Нет. В лучшем случае снимем проходняк, но нас это не спасет. Не так-то просто. Осторожно! Мог бы сказать нам одеться попроще. Шею себе не сверни. Не хочу, чтобы Марк плакал. Какая забота. Спасибо. Вы здесь постоянно живете? Прячься! Всей семьей? Моя жена умерла. О, черт! Простите, не хотела вас огорчить. Идем, почти пришли. Не заметил. Пошли. Это идиотизм. Ничего тут нет. Боже! Фу!